Так, полнолуние, суперлуние, 27 апреля 2021 год, Харьков, 3 часа 1 минута по Киеву в Харькове. Расстояние до Луны 357 тысяч километров. Луна в перигее, то есть на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите. И мы пошли посмотрим на краешек Луны. Вот так вот. Ветерочек немножко мешает, но будем наслаждаться тем, что дает матушка природа. Несколько часов назад был проливной дождь. И ни на ветерок, ни на дымку, оставшуюся артефактами. От этого дождя я жаловаться не собираюсь. Посмотри, какая она огромная, близкая и красивая. Вон даже ветерочек стих, очень хорошо. Вот кратер Платон. Вместе с ветром. Кратер Аристарх. Ба, знакомая Вселица, что называется. Ну а как же иначе? Миллионами лет там ничего не меняется. Да, ветер не дает. А вот, пожалуйста. Да, ну, наверное, стоит на полный экран Луну снять, дабы видно было, что это действительно у нас шикарнейшее полнолуние. Ветер, к сожалению, усиливается, но потерпим. Наша красавица Селена.
Все, отошел от штатива. Теперь колебания — это только колебания воздуха. Вот, вот она, красавица во всей. Красавица во всей красе. Извиняюсь за тавтологию. В общем, ждем Юпитера, Сатурна, Галилеева, спутники. Так, выдержка была 1 к 200, теперь 1 к 30. И вот, кстати, по поводу того, почему не видят люди кратеров. Если у вас большая выдержка, Луна выглядит вот так. Это, конечно, больше похоже на Солнце. Настройки правильные в вашей аппаратуре. Что ж такое? Так, позволю, наверное, Луне проползти через кадр самостоятельно. Насколько нам это ветер позволит сделать. Все, что тебе не трогаю, настройки не трогаю. Но ветер нам это не позволит сделать. К сожалению. Ну, хорошо, это дубль второй. Апреля 2021 год, Харьков. Да, и облачка, дымка сгущается, так что правильно вышел пораньше. Так, все, ничего не трогаю. 3:10 по Киеву, в Харькове. Полнолуние, суперлуние, 27 апреля 2021 год. Thank you.
Да, она прекрасна.